подписаться, поддержите меня лайком и подпиской, ну и приступим. Ну и начну я с новой арены под названием «Подземелье». Эта арена была бы полностью засыпана золотом, и по-моему это смотрелось бы очень круто. Ну а чтобы попасть на эту арену, нужно было бы набрать 3800 кубков. Ну а те, кто побеждал бы на этой арене, тем давали бы дополнительно несколько золотых монет. А также к новой арене разработчики могли бы добавить новую карту под названием «Рефлектор». И эта карта была бы очень мощной, так как у этого персонажа был бы огромный синий щит, который было бы очень сложно разрушить. Ну и этот персонаж ударял бы этим щитом об землю, после чего мощная разрушительная волна переходила бы на противника и наносил бы огромнейший урон. Ну а после того, как у него разрушили бы его щит, он с огромной скоростью набрасывался бы на своих противников и побеждал бы их. Ну а если вы хотите, чтобы я попросил разработчиков добавить эту новую арену с новой картой на приватный сервер, то давайте под этим видосом наберем 1000 лайкосов. А еще не забудьте подписаться на мой канал, а также напишите в комментах свои идеи, чтобы вы хотели видеть следующее обновление Clash Royale. Ну а лучшие комменты попадут в мое следующее видео. Ну и всем удачки, и всем пока!